одевать. Не, люди нормально, там футболочки остались. Но они уже собрались домой. Лена их нет, господи, у них сосульки, по-моему, на бороды. 7 градусов, это как дома? Да, сейчас. Но для футболочки... 7 градусов нам не помеха. Мы скоро приедем в такую погоду. Сейчас ветер подует, да? О, я уже чувствую. Ту-ту-ру-ту-ту. Я уже чувствую. Ой, какая хорошая погода. Я идеально оделся. Так, сейчас я буду одеваться. Потому что... Порожек. Вау. Найс фейзер. Кстати, нифига нормально. Не особо и холодно. Да? Ну, согласен. Вообще. Мне вообще не холодно. Не, вот сейчас подуло холодно. А мне не холодно. Ну тебе-то надо. Мне так и так комфортняк. Не, кстати, нормально. Абсолютно нормально. Ну, конечно, через полчасика, я думаю, я бы офигел, но в принципе... Такое себе поселение, да? Какое-то.
какой-то он такой нежизнеспособный. Блин, какие горы-то. Ну, сюда добираться тяжело. Тут действительно как пиратов можно быть, понял? Они ж, ну, по легенде же рассказывал. Типа, считается, что маска, ну, то, что туристы потеряли. Пираты здесь раньше прятали свои сокровища. И, ну, из-за того, что очень удобное расположение было, с воды можно было добраться, а с земли нельзя было к нему добраться. Было очень удобно и очень долго использовали пираты, я помню. Ну, а теперь травят байки, что до сих пор, даже сейчас, можно вроде бы как найти сокровища пиратов. На маске. Ну да, эти кладки наркоманов какие-нибудь. Некоторые сокровища лучше не находить. Для кого-то это сокровище. Либо после зимы, после всяких собак и все прочее. Что-то тоже. Такие сюрпризы лучше не находить. Это очень такое сомнительное заведение, но я попробую. Будет нам еда. Вон, вон она, вон. Беги, беги. По тропинке, знаешь, куда бежать?